Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамусикать Бусинка и Вовку. Что ж, погнали в оплот, как я обещал в прошлой серии. Сейчас мы маленечко пройдем Бусинкой пару таких квестиков подобных, чтобы сравняться с ней в процессе квестов. И там дальше опять будем вместе играть. Так, готово, я тут. Мы последняя преграда на пути Легиона. Азерот должен выстоять. Типа того. Хе. Владыка Иллидан направляет. Да, из-за того, что все тут дергано, криво происходит, она непонятно. Чего я добился, чего нет. Экс. Столько квестов, ужас. У меня тоже тонна квестов, даже уже предел достигнут, что я не могу новые брать. Еще разбираться, как здесь, куда чё почём. Так вот и оплот. Шикарно. Мы последняя преграда на пути Легиона. Да ты что? Молодский. Азерот должен выстоять. Так. Азерот должен выстоять. Я буду бороться с пылающим Легионом до последнего вздоха. Борись, братиш, борись. Может, мне, конечно, что-то кажется. А почему здесь другой игрок есть? Ну ладно. Самое парадоксальное, когда я играл танком, я здесь других игроков не видел. Хм. Прикол. Следуй за мной. Твои войска уже здесь. Наконец-то молот скверны в наших руках. Узрите мощь парных клинков искусителя. Лаусты будут сражаться за тебя! Клан Змеиных Колец исполнит твою волю. Наша миссия продолжается. Мы ждем твоих приказаний. Пути-пути. Так, чувак где-то там. Назад вернулся. Окей. Я пожертвовал всем. А какова была твоя плата? Действительно, какая может быть плата? Ну, возьмешь, например, кредит, да? Плата приличная. Ну ладно. Не об этом сейчас. Завербуйте. Владыка Иллидан направляет нас. Так, на поиски. Мне реально интересно, где поиски эти несчастные. Так, давайте с начальником. Конечно! Следуйте за мной! Конечно, как только вы отправились в Черный Храм, Легион прислал подкрепление, уничтожившее портал. Вау, что так темно? Была битва. Знаете, почему так было темно? Я же ничего не видел. Нельзя сдаваться. Хорошо. Иди с миром. А, нет! Только не сверлякать, пожалуйста. За что вы так жестоко хотите сверлякаться? Ребята, это ужасно. Я ж не видел, кстати. А, фига себе. Прикол. Сделаем зелененьким. 300 единиц силы артефакта. Фига себе. Прикольно. О, теперь бусинки тоже будут классные клинки. Штяк. Что тебе нужно? Хо-хо-хо. Я пожертвовала всем. А какова была твоя плата? Если суждено, умри с честью. О, нет. Ну за что ты так ненавидишь меня? Все время сверлишься и сверлишься. И понамать. Такой это ужас, ребят, постоянно сверлится, господи. Целый день. Сверлится им не лень. Уберите второй артефакт для поиска. Я буду бороться с пылающим легионом до последнего вздоха. Вау.
Азерот должен выстоять. Вот выбрал еще. Последняя преграда на пути легиона. Направьте мой гнев. Азерот должен выстоять. Почту за честь. Смерть легиону. Так. Понятно. Доступны соратники. Бой. Еще одного не хватает. Мы последняя преграда на пути. Так, я же вроде уже выбрал. Что, нельзя было его выделить? Странно. Ну ладно. Тут тоже тонна квестов, капец. Владыка Иллидан направляет нас. Мир Скверна. Все. Тут уже так чрезмерное количество. Я выбрал, так вот, что толку-то? Прости, Далоран. Ладно. У меня также, кстати, танками висит это задание, что второй артефакт выбрать. Но я так и не совсем понял, как. Поэтому пока не буду задаваться лишним вопросом, мы просто пойдем дальше. Текс. Все, я тут. Не, блин, прикольно, клинки теперь выглядят вообще так светятся. Круто. Очень-таки круто светятся. Так. Это здесь должен быть типчик, с которым я должен перетереть пару вопросов. Я покажу тебе истинную силу Крутогорья. Так. Мы следуем за тобой. А по-моему, вот это вот я сейчас выбрал тоже сценарий. Мне кажется. Который вот я долго мучился, не мог пройти танком. Да, так и есть, это он. Наступление на юг. Жесть. Ну что ж, ребят, надеюсь, у вас есть рядом попкорн, еда и напитки, потому что мудохаться здесь очень долго. Это просто шандец. С ума можно сойти, пока это все пройдется. Надеюсь, у меня опять не будет этого лага, как в прошлый раз, и меня высадят весьма таки нежно, аккуратно. И я не подохну за 5 секушек. Хотя, кто его знает, надежда всегда умирает последней. Косу душ можно, в принципе, отменить, он глюченный квест, он не работает. Так, безмятежность леса можно сдать. Каскад гаром. С ним не перетери. Нельзя эти вопросы решить до тех пор, пока он находится вот в этом процессе квестов. Призыв он совет тоже. Рецепты. Понятно. Погоня за силой. На. Так, относительно артефакты. Я сказал только, толку-то чё? Все равно он не хочет их. Они, кстати, маленечко изменились, да? Внешне. Реально стали прикольно выглядеть. Как ни крути. А вот и битва. Сначала захватим побережье, а затем двинемся к руинам. Вот, ребят, это та самая фигня, про которую я говорил. Все бы ничего, да только вот. Здесь выжить практически нереально. Поэтому я не буду участвовать в бою. Я просто буду наслаждаться, смотреть, как они сами тут разбираются. По крайней мере, особенно битва с инферналами, это вообще проигрышное дело. Не стопудняк убиваю. Где пути? И сами всех тут гнобят. Самое интересное, они когда всей толпой дружно освободятся, они вообще им очень мощно начнут всех тут месить. Это я уже проверил эффективно. Я им не сильно-то помогаю, вот я смотрю, уже половину там перебило, да, они освободились.
идут сюда. Вот как только выполнится данный показатель, все будет круто. Древо войны. Бегают туда-сюда. Вот уже пачка пошла. Можно, кстати, им помочь. Можно не помогать. Они все равно, в принципе, справятся, но... Это вообще дело такое. Хозяин барит. Так. Отлично. Сейчас я им некоторым помогу здесь, которые на побережье, чтобы они быстрее дальше пошли. Чем они быстрее всей пачкой пойдут, тем лучше. Потому что тут все зависит от того момента, где ты находишься на каком этапе. Чем? Чтобы быстрее пройти, нужно быстрее помочь. Ну, в принципе, поскольку я теперь хотя бы худо-бедно знаю, что кого почем, то мне будет чуть-чуть проще ориентироваться. Так. Отлично. С пачкой, ребят. Только литник. На нем быстро так вот убивает очень четко. А когда они все соберутся, всей толпой дружной, огромной, будет еще эпичнее, потому что они там за 5 сек выносят жизни. Только вот какой-то глюк, кстати, когда я играл танком, было нормально. Они не туда пошли. Они должны были сюда пойти. Но, видимо, у них просто демон не добит. Поэтому они тупят. Количество демонов не выполнено. В принципе, если мы его добьем, как раз должен быть сенс. На босса тоже уже, смотрю, пошли, но рановато еще после этих. Да, вся посуда-то ушла. Куда-то все в воду пошли, вот прикол, а? Когда я проходил, нормально было, а сейчас они все куда-то в воду поперли. Еще и этот процент не набивается, он залип. Шикарно. А уж тут этого лорда бить надо, например. Я знаю, что когда все пройдет. Так, вопрос на засыпку. Кого не добили на берегу, что он не хочет засчитываться? Ну там те ребята скучают, может это они. Вы же не элитники, ребят. Нет? Да. Подойдите сюда. Тогда к концу мир, мой дарлинг. Вау, 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 парни, осторожнее, вы что делаете? Ауч! Нельзя же так. Такие дерзкие. Блин, больно бьют. Очень больно. Отлично. А есть. Демоны не ожидали от защитников Азерота такой сплоченности. Конечно, не ожидали. Еще ни копейки не ожидали. Какие могут быть сомнения? Западу отсюда. Думаю, знаешь, торчи здесь маленько в тюрьме. У тебя нафиг. В общем, что я тогда проходил, были какие-то проблемы, что сейчас какая-то проблема. Стражи с тобой. И свет тоже. Да никого со мной на самом деле нет. А, нет, они вернулись. Ну надо же. Ребятки вернулись, они все назад откатились. Шикарно. Я уже поломан. Так, у бусинки нет расовой способности уйти в тень. Она не вынесла себе. Поэтому так и бьют больно. А, невозможно на ходу. Оп. Мобильный банк. Текс, текс, текс. Техническая вот так. Чего нового у нас нет, да? Сейчас они соберутся здесь всей толпой дружной и начнут его месить. Моя задача только просто смотреть и наслаждаться процессом. Где там все? Не тупим, ребят, подходим. Потому что
если их всех здесь не будет, это будет очень долгая битва. Это проверено. Ой-ой-ой. Он на мне висит. Извини, братиш, но я не буду с тобой биться. Уходим в тень. Все. Разбирайтесь с ним сами. Нет, бить в принципе не обязательно, можно просто смотреть, наслаждаться. Готово. Вау! Не, чувак, иди нафиг. Я тебя бить не буду. Сам разбирайся, а то я замочусь потом чиниться. Еще порталы? Где наше подкрепление? Замочусь чинкаться. Убейте Аргоната! С остальными мы разберемся сами. Леда, неужели ты соизволил явиться? Стражи, займитесь демонами, а то на Иллидарии надежды мало. Довольно! Сосредоточьтесь! Я сдеру плоть с ваших костей! Да ты что? Прям таки сдерешь. Теперь самое интересное настанет. Я не знаю, кстати, как здесь они будут багованы, потому что если уж... Когда я даже тогда играл, такая разница была колоссальная, то сейчас я тоже боюсь представить, что будет. Я их приманю, попробую. Сейчас вся толпа должна вот туда спуститься. А эти, да, так вот тоже наркоманили в прошлый раз, ходили туда-сюда, зад-вперед. Там Иллидан, кстати, я помню, убил этих гончих, но был прикол с этими гончими в том, что она была бессмертная, ее нельзя было убить. Даже не знаю, какой процесс будет. Порталом их еще надо как-то умудриться приманить. Все так просто. Попробуем. Так, если что, навык в тени у меня откатился. Здрасте. Леданчик, я тебе ребятишек привел. А лучше всего, конечно, вот сюда идите. Что самое замечательное, то что они будут следовать за мной до победного. Я могу сюда встать, а ребята их уже с меня снимут. Все, там бес только остался, я смотрю, и то его тоже забрали. Вот таким макаром, собственно, и придется мучиться туда-сюда их таскать. Тому как самому мне их не убить. Ну не, может беса, конечно, я еще убью, а вот таких вот ребят навряд ли. Все, погнали. Потихоньку сюда в центр. Сначала вот здесь. Потом туда, на самый верх. Здесь ребят должно быть сейчас вообще тонна. Странно, что-то не все пришли, я смотрю. Обычно к этому времени сюда приходит басота такая мощная. Сейчас что-то как-то не очень. И не всех, я смотрю, забрали по пути с меня. Ладно, все, теперь забрали. Окей. Так, там Леди Маев. Активно всех месит своими чакрамами, разбрасывая звездочки в разные стороны. Тоже хорошо. Так, вот этот портал, считаю, у нас очищен, свободен. Можно. Его можно закрыть. Конечно. Коняка-мереняка. Так. Иди сюда. Маленький гаденыш. Что-то мне не нравится эта пассивка, если честно. Надо будет поменять. Что ж прожимать эту кнопку. Надежнее будет. Да, там мне эта пассивка не нравится. Больше сейчас ребят возьмем. Так,
Вот такой кучкой дружной. Вперед. То ребятам там вообще сколько тень. Ух ты, Леди Майф уже зачистила не кисло. Нормаль. Живем. Ну, посмотрим, как они сейчас хорошо отреагируют. Будут потихонечку снимать их с меня. Пока идет процесс по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не все еще снято. По чуть-чуть, давай сюда. Здесь тоже парни есть веселые. Ага, теперь сюда. Давай, кто там остался. Лесы в основном, я смотрю, остались. Так, все. Их уже он всех прибили по-баренькому, по-братски. Ништяк. И сейчас его замочат. Так. Я знаю, что эти собаки бессмертные. Они багованы. Следовательно, они не могут умереть. Теперь бы вот этих ребят сюда приманить. О, другое дело. Пускай потусуются. Готово. О, ребятки все-таки соизволили в битву пойти. Да ты что? Что-то новенькое. Что-то да новенькое. Обычно ни в какую, а тут на тебе. Сами пошли. Хе. Шикарно. Так, нам осталось еще один портал, в принципе, прикрытие, и дальше там только войска набить. Это уже будет, конечно, другая история. Но все-таки. Вперед. Парни, давай. Чё, все-таки собак каким-то чудом убили? Нифига себе, круто. Обычно их всегда с этим проблема была. Он Леди Майф бежит. Давай, давай. Вау, какая сопля в мою сторону направляется. Мощная. Не всех, да, забрали еще. Еще есть те ребятки, которые сопротивляются. Так, мелкие бесы. Ой-ой-ой, мне и прикрывать-то уже некому. Особо-то. А, нет, есть кому. Фига себе, целая толпа стоит. Ниоткуда, так оп, появилась. Ясно. Это такая волна пацифистов, которые не хотят биться. Понятно. Командир, повелитель ужаса, убит. Вон я по крыльям вижу, что он впереди. Смерно крыл. Фига он там. Мощный парень. Я, кстати, не знаю, с кем он там дерется. Вообще, дерется ли он с кем-либо, да? Если обычно Иллидан тусит, я знаю. Агась. И есть. О, его долго бить будут. Если, конечно, вся эта басота не соизволит начать двигаться дальше, то процесс будет очень длительным. Дяка. Вроде обычная такая собачулька. Хорошо, маленькая, так жизни жрет, ужас. Наша задача просто смотреть и надсажаться зрелищем. Наслаждаться будем по самой не балуйся. Так, не знаю. Может как-то попытаться его
прибанить и туда тащить. Но это навряд ли. Только в танке можно так сделать. Я попробую, конечно, но я сомневаюсь, что получится. А может и получилось. Ну-ка. Да, получилось. Отлично, сейчас мы его оттащим. А, в туда, добротную кучку. Давай, иди сюда. Здесь кученция хорошая. Черт, рано. А, нет, он опять на мне. Ё-моё, ё-моё. Чувак, давай не на мне. Давай не на мне. Тебе же есть с кем там подраться. Я невкусный. Серьезно, я очень невкусный. Так, вроде получилось обмануть его. Там побольше ребят, они его побыстрее он будет бить. Вон как сразу хпшки полетели. Плюс Иллидан, кстати, пришел. Странно, что вот она никак не реагирует. Ходит туда-сюда. Ржак. Есть эффект. Прибили. Теперь надо через портал сдриснуть отсюда. Блин, я реально бусинкой прошел гораздо быстрее. Но это опять же потому, что я знаю. Я первый с этого вообще здесь мучился. Меня убивали только так. О, да, точно, я вспомнил. Сейчас будет еще жесть. Нужно мины закладывать. Ой-ой-ой. Короче, все прискорбно, печально и долго. Все очень печально. Ай, убили. Он меня убили. Побрякушки? Побрякушки ему хочется. Эй. Хулиган. Так, полетели. Да ты оборзел. Заставляешь меня с собой биться. Может, я не хочу. Ты же меня и спрашиваешь. Взял и напал. Гаденыш мелкий. Так, две засчитаны. Извини, чел, но... Я не хочу с тобой долго так биться. Черт, спалил, да? Гаденыш. Придется биться. Тут толпой дружно они меня быстро положат. Давай уже умри, несчастный. Какой. Какие страшные пошлые вещи он говорит. Ужас. Теплотенький. Нужно выбрать цель. Нужно подойти поближе. Потерпи, маленько, чувак. Сейчас я с тобой разберусь. Ну, надо же, просто.
пробы засчитали. Ё-моё. Держи. Готово. Так. Еще две. Есть те, что повыше, есть здесь, да, у нас на уровне где-то еще. Внизу он, вижу, есть. Замри. Пока. Пусть пока постоит. В такой интересной позе. Я думаю, ему понравится. Так, еще две. Вау. Стражник гуляет. Тоже постави в тюрьме. Тебе понравится. Последнее. Тебе хватило глупости бросить мне вызов, смертное существо. Возможно. Возможно, да, возможно, нет. Понятненько, гаденыш. Иди сюда. Те путеньки. Держи, несчастный. По-моему, не надо было находиться в танке. Я не знаю, смогу ли его затащить один на один. Сколько у него хп, ё-моё. Я же здесь до пенсии им буду бить его. Один. Ужас. Экс. Стой. Не кастуй ничего. Отлично. Ой-ой-ой. Так. Ждем. Там, по-моему, какой-то процент ему надо выбить. Вроде как. Но я точно не помню. Вроде бы да. Каст начнется, но главное не пропустить момент. Блин. Нифига. Ну, так-то просто сбить. Я весь уже практически дохлый. Ё-моё. О. Нельзя, да? Схавать, пока я в бою. Жаль. Попробуем сейчас отхилиться за его счет. Видимо, таким макаром мы будем действовать. Оп. Посиди в тюрьме маленькая. Икс. Только вот одно не могу понять, а зачем я мины вот эти делал? Есть у меня, конечно, предположение, что, может, если к этой мини его подвести, то у него хпшки маленько отнимутся. А вдруг? Нет, похоже, это не вариант был. Постой как в тюрьме. Сейчас чувак ко мне подойдет. С ним перетерем пару вопросов. Ты
из разряда «Ты зачем на меня напал?» Ой, как плохо. Я пропустил возможность. Давай. Нельзя пропускать. Слишком далеко. Нет, похоже, что мина никак не влияет на это дело. По крайней мере, ему ничего не сделалось. Тихо. Встань, замри, засранец. Ждем. Поехали. Зажаривай его до конца, до хрустящей корочки. Давай, прожми. Жми. Все должно получиться. Я уж не помню, сколько им надо вынести просто в процентном соотношении. Тогда все будет огонь. Только я не помню сколько. Тоже с ним танком долго мучился. Но танком чем было удобнее? Хилиться проще. Раз отхилился и дальше бьешь. Здесь, блин, все так просто. Наки. Добрый демона постоянно. Точно готов, все готово. Держи, гаденыш. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Сколько интересно ему выбил. Боюсь посмотреть даже. Ясно. Не густо. Что-то есть, но, к сожалению, не густо. Еще есть над чем работать. Тихо. О, кстати, хороший варик. Стой. Да, стой. Не нервничай. Главное, не нервничай, братишка. Все будет хорошо. Эй, нельзя же так. Что творишь? Ух, на последних сопельках. Еще чуть-чуть, я бы, наверное, сдох. Нужно подойти поближе. Так. Жопа. Я реально сейчас подохну. На, в откате все. Будем держать тогда его в тюрьме. Хорошо, хоть навык долго держится, ё-моё. А если сдохну, уже, считаю, уползет от меня, опять по новой бить, ё-моё. Реально страшно. Так. Он откатился. Етить колотить, он меня убил. Все, писец. Да. Это жопа. Вообще не понимаю, нахрена я тогда мины эти чародейские ставил. Если они не работают. Блин, блинский.
Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что делать? Я весь покоцан. Скоро поломаюсь полностью и все. Если в танка спекнусь, то, скорее всего, оружие отберут. Я уверен. Но... Я не могу это использовать. Такая жопка. Старых клинков нету. Совсем нету. Все очень плохо. Текс. Что такое? Все там не распределено. Нельзя, да, поменять. Талант и честь. И. Так. Иди сюда. Замри. Гаденыш мелкий. Эй, а ты откуда выполз? Я все, конечно, понимаю, но совесть-то должна у вас быть с этой концов. Какой толпой дружно на одного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Еще опять перфорирует. Все против меня. Какой ужас. Конечно. Да, надо перфорировать. Твою мать, вот откуда тот козлина выскочил, я не пойму. Думаю, всю малину мне избаганил. Да уж. Я так долго его буду долбить. Я уже думаю о том, что проще отказаться. Ну его нахрен. Пока, по крайней мере, нормально не прокачаюсь, сюда не идти. Ну или хотя бы пока не получу оружие танка. Понятненько. Сейчас твой понятненько несчастный. Не. Как-то здесь по-другому, мне кажется, надо биться с ним. Всяко, я уверен. Зря же все-таки эти сраные мины я что-то с ними делал. Должна же быть какая-то суть в них. Святое вино. Так. Ням. Все очень плохо. Все очень и очень плохо. Интересно, я себя вниз спущусь. О, там есть ребятки. Я могу, да, отсюда спрыгнуть? Ну, в принципе, уже... Можно не задавать этот вопрос, я так уже понял, что я могу. Интересно, а босс за мной сюда проследует? Было бы эпично. Привести его к этим типам.
Да, бежит, круто. Хороший вариант, кстати. Так, а Лидан здесь есть? Нет? Давай, давай, беги сюда. Я тебя замедлю, и ты останешься с ними биться. Чувак. И понамать. О, круто. Смотря на это, он все равно на них висит. Пусть не на всех, но висит. Это уже хорошо. Эй, ништяк. Они добротно его выносят. Обалдеть, все убили. Все убит. Я выберу тебя и взорву бомбы. Кангар, ты где там был? Я тебя не слышал. Какие-то бомбы собрался взрывать. Все, взорвал. Молодец. Знание — сила, но его нужно использовать с умом. Ох, Кангар, Кангар. Я теперь боюсь представить. Жутко глаз. Это мировой босс, наверное. Боюсь представить... А сколько мне нужно теперь починиться? Привет. Да. Кусается. Ценник. Увидимся. Мы должны остановить Гул'дана и Легион. До встречи. Прощай. По-моему, я все их не возьму. Азерот не выстоит без тебя. Да, у меня их тонна. Я пожертвовал. Ну, я так понимаю, он здесь будет стоять, да? Поэтому так что, в принципе, чё. Приветствую тебя. Мы следуем за тобой. Ну. Так что, в принципе, не страшно. Я всегда сюда смогу потом вернуться, да? Круто. Пойду хоть посмотрю, что это за жутко глаз. Тем как закончить эту эпопею страданий. Просто интересно, как он выглядит. Знакомая местность. Так. Да, я здесь как раз таки по сценарию бегал. А он и босик. Кстати, двигается. Обалдеть. Вот это да. Нихера себе, сколько у него жизней. Это да. Просто его не прибить. Обалдеть. Да. Ну да ладно, ребят. Пожалуй, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.